Дом 1975 года постройки, бывшее общежитие, ранее состоял на балансе управляющей компании с многообещающим названием «Уют». В случае с этой пятиэтажкой звучит издевательски. Как раз уютом здесь уже много лет не пахнет. Зато из подвала доносится запах канализации и плесени. В подъезде разбиты практически все окна, на стенах вспучена краска, регулярно прорывает трубы. Управляющая компания «Уют» разорвала длительные отношения с данным домом. Теперь многострадальное здание на балансе управляющей компании ЖКХ. Вонять в доме меньше не стало. Слову сказать, мало кто знает, насколько опасен запах канализации для здоровья человека. Причиной запаха является газ, выделяющийся при разложении органики. Он заполняет полости трубопроводов и может проникнуть через сифон сантехники в любую квартиру. Специалисты утверждают, канализационный газ способен причинить серьезный вред здоровью людей, особенно если он поступает в жилые помещения. Окон нет в подъезде, скоро зима. Как бы света нет, я работаю допоздна, приезжаю, я боюсь подниматься на 4-й этаж. Ужас. Вонь стоит вообще неимоверная. Ну, стены все там страшные, это уже. Вот такая проблема, как бы. Тут люди вот в интернете, ВКонтакте выкладывали фотографии. Ну, тут никакой вообще реакции. Тут люди за что капремонт платят? Вообще непонятно. Тут много лет, походу, ничего не делается вообще. Судя по состоянию данного дома, напрашивается вывод. Либо управляющая компания вообще не занимается обслуживанием подвального помещения и подъезда в конкретном доме, либо делает это редко и ненадлежащим образом. Подробностей нам узнать так и не удалось. Сотрудники управляющей компании ЖКХ от комментариев отказались. Мы направили в данную компанию официальный запрос и надеемся в ближайшее время получить вразумительный ответ.